самоукорение, оно может сделать человека счастливым. Многие говорят, я же хочу нормального отношения. Если он ожидает вот этого нормального отношения, а в ответ ему что-то другое, то он будет самый несчастный, потому что я ожидаю, чтобы меня все любили, ведь я же такой хороший, я же всем должен нравиться, да? А некоторые люди вот смотрят на меня, их тошнит. Бесіди про вічне на телеканалі Рудана. Дивіться в понеділок о 18:10.